Ребята, всем привет! И в этом видео я расскажу вам о новинках от компании Mattel. А еще я хочу поделиться с вами очень радостной новостью. Этой осенью у MJ особый выпуск. Мы увидим первую куколку мальчика LOL OMG Boy. Он станет частью новой игрушки LOL OMG Tupac, которая будет содержать в себе сразу мальчика и девочку. И это будет Rocker Boy, старший брат Рокерши, и Punk Girl, старшая сестренка Панки. У куколок будет очень интересная одежда. Также вместе с игрушками будет идти диск или пластинка с музыкой. И в комплекте будет 50 сюрпризиков. LOL OMG, Rocker Boy и Punk Girl будут участвовать в музыкальном фестивале с участием HBB, Line Dancer, Kitty Queen и Honey Bun. Ну а чтобы не пропустить видео с изображением этих куколок, не забудьте подписаться на наш канал. Одной из новиночек от компании Mattel – это Барби Color Review 3 серии на открытом воздухе. Да, это именно то, чего многим из нас сейчас не хватает в эти трудные времена всеобщей самоизоляции и карантина из-за пандемии коронавируса. Как и все игрушки Color Review от Mattel, это куколки-сюрпризы. Все дело в распаковке. Мы сможем получить одну из 5 разных куколок. Ту, что символизирует радугу или луну. Остальные 3 куколки представляют закат, дождь или цветы. О, как это мило и романтично. Ну а кто из них кто, мы легко поймем, глядя на рисунок боди куколки, а также на принте ее юбочки. На этот раз куклы покрыты металлической синей краской. Как и раньше, куколку нужно окунуть в прозрачный тубус от упаковки, наполненной водой, закрутить, таким образом смыть краску. А после этого мы сможем увидеть образ своей куколки. Ну и, конечно же, раскрыть пакетики с сюрпризиками. Кстати, есть приятный бонус. Парики куколок 3 серии меняют цвет. Компания Mattel порадует любителей коллекционных кукол и звездных войн. И вот она, новая четверка стоимостью $100 каждая. Это коллекционные куколки Барби Сигнатур, Enchantimals, Stormtrooper, Star Wars. Новиночка 2020 года. Новые герои представляют Рей, Си-3PO, Штурмовика и Чубаку. Барби штурмовик в белом костюме. Ее прическа напоминает шлем. Ощущение усиливается наличием очков с тонированными стеклами и бело-синей краской волос. А кто бы мог представить себе Си-3PO в образе куколки Барби? Она будет вот такой вот. Темнокожая куколка в золотом костюме и очках со стильной прической. А это очаровательная Рей. Барби Чубака будет куколка в коричневых мехах. Интересные получились герои в саге в образах стильных куколок Барби. Металлические детали и характерные аксессуары костюмов подскажут нам, кто есть кто. Куклы в себя включают подставку и сертификат подлинности. А вот так вот выглядела первая тройка куколок данной линии. Пополнение нас ждет также в пещерном клубе Cave Club. И это динозаврики Dino Baby Crystals. Как мы уже знаем, Cave Club – это новая линия игрушек от Mattel. Первые релизы ожидаются уже в мае этого года. Эти забавные доисторические домашние животные упакованы в кристаллическое яйцо динозавра. Эти домашние животные останутся для нас загадкой до тех пор, пока мы не раскроем упаковочку. Каждый кристаллик вмещает 4 сюрпризика. Это очаровательная фигурка малыша доисторического животного, аксессуар в виде пучка волос для нашего питомца, тематическая деталь и пакет слайма или кинетического песка. Аксессуары волосы можно менять или делиться со всеми животными Cave Club'а, меняя их образы. А какого малыша мы получим? Это сюрприз. Среди персонажей неоновые яркие динозавры, мамонты, доисторический ленивец, саблезубый тигр, питомец камень, даже такое, представляете? И многие другие. Прекрасным дополнением коллекции куколок Барби Принцесс Adventures 2020 является куколка Челси с 2 игровыми комплектами. Первый игровой набор – это Барби Принцесс Adventures Челси Sleepover
суперсладкой куколкой Челси в наряде принцессы, домашними животными, кроватью, книгами и другими аксессуарами для ночевочки. Второй набор принцессы «Приключения Челси». А второй набор – это набор «Приключения принцессы Челси». Барби Тайни Вишес Сигнатур – это новая серия, которая заменит куколки Welcome Baby в 2020 году. Это новая коллекционная кукла Барби – подарочек для будущих мам. Кукла одета в нарядное платье в постельных тонах, а в руках она держит игрушку в виде милой ламочки. Дизайн коробки заслуживает особого внимания. Она выглядит как обои в детской комнате. Барби Кофе Шоп – один из самых интересных, на мой взгляд, игровых наборов 2020 года. Теперь у нашей Барби будет своя настоящая кофейня. В набор входит более 20 предметов, среди которых бутылочки с водой, тарелочки с пирожными, большие кофейные кружки, чашки для кофе и даже кофемашина. Кукла в комплекте также заслуживает особого внимания, потому что это первая соблазнительная блондинка Милли Барби. Ребята, а какая из этих новиночек понравилась вам больше всего? Обязательно пишите в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал и ставить пальчики вверх. Всем пока-пока!